Депутаты Госдумы настаивают на ужесточении ряда положений постановления правительства России об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами. Поводом для принятия мер послужила страшная трагедия, произошедшая в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в минувшее воскресенье. В результате аварии погибли 10 детей и 2 взрослых. За жизнь в момент перевозки отвечали не родители, а перевозчики, взявшие на себя соответствующие обязательства. Обнаружены факты несоблюдения установленных правил безопасности дорожного движения и правил организованной перевозки группы детей автобусами. В то же время есть ряд норм, которые требуют совершенствования обеспечения безопасности жизни детей на дорогах. Напомним, в связи с крупной автокатастрофой в Югре, в результате которой погибли 12 человек, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области накануне был объявлен день траура. В настоящее время выясняются причины трагической аварии.